нас экспериментальный влоговый формат. Куда мы отправляемся? Гулять. Гулять. Куда поедем? Давай, маши, Степ. Все? Прямо сейчас пойдем. Городской сад – это наше излюбленное место для прогулок. Именно сюда мы очень часто приходим с семьей по выходным. Именно это место мы советуем приезжим и гостям нашего города. Так получилось, что в этом году зима очень мягкая, и температура редко опускается ниже 10 градусов. Сегодня так вообще было от 0 до минус 2 градусов. Именно поэтому мы с радостью отправились с семьей отдыхать на Новособорную площадь. Напишите в комментариях, а куда вы вместе с семьей в своем городе любите ходить отдыхать? Степка! Степа! Маши ручкой! Новособорная площадь, а также рядом находящийся городской парк всегда являются местом притяжения горожан и гостей города. Здесь всегда есть чем заняться. Можно покататься на коньках, можно полюбоваться на сверкающую ночную иллюминацию, а также можно покататься на различных аттракционах. Ну и конечно же, несмотря на то, что на улице достаточно тепло, неплохо бы погреться замечательным рождественским, новогодним, зимним напитком в ближайшем кафе. Выходные с семьей – это здорово, были бы они почаще.
проводите больше времени с семьей, ведь это, несомненно, здорово. Обратно? Нет, нормально.